меня осталось, ребятки, массажер, кукла, ручка сенсорная. Вот эти штуки, они, кстати, вот эти $20 чем-то стоят, вот эти крючки, два штуки. Вот это на палец и досточки. И для Дайсона зарядка. Вот это, Коля. Детская считалочка сказала, что вот это тебе будет в самый раз. Давай, клади на стил. Ох, вес 10 ровно. Разрезай. 10 килограмм. Разрезай и удиви нас содержимым посылки. Не знаю, что там будет в середине. О, и Томас бежит, бежит. Прыгнет Томас. Томас сидеть. Остались Коли два лоточка больших, классных. Да. Купальник для собаки. Не хочу, за бесценок я не даю. Угу. Так, ого. Більше коробок. Ого, а це що? О, фен. Ух ти. Масаж. О, ой, бляха, яка хороша головини, штука. Та ти що? А, вот. Для мозжечка. Для спини. Для груді. Для грудини, да. Такий вот. Не покажу. Вот інструкція. Массаж агун. Вот оно насад. Это бьет по спине. Ты же видишь, что мы ничего не можем включить, потому что у нас нет вот этого переходника. Да, мы не можем включить, к сожалению. Ну, может, он тут трохи заряженный? Не, не трохи. О-о-о! Он заряженный на 99%, видишь? То ты что? Да. Тут он, просто, а ты на балдашник. Он просто тут, тут заряжается вот в розетку. Угу. А вот это наставляй. Ну, только же сколько тут насадок. Вот две цели. Ого! Вот ребята, какие хочешь. И такие, и такие. Может, ты мне смотри, вот тут для, это, для лица вот так. Вот так. Он. Да подожди, чем меня вбьешь нахер. Это для головы, по-моему. А ну, ну так я боюсь. Дай на руку попробуй. Да подожди. Ой! Ой, как классно. Для шеи, а ну для шеи, сзади. О! О! Ой, класс! И ты можешь скорости выбирать. Ой, а ну. Это жесть. У меня мурашки по коже, смотрите. А ну, теперь голова. Давай я тебе сделаю. Наша, я уже понял. Голова. Это крутейшая вещь. Еще... А, это не голова, наверное. Куда ты мне сейчас дал? Все сюда. Ну, давай тут попробуем. Да куда ты мне будешь дай, быть? Там на грудина нарисована. На ой. Ой. Ой, класс. Наверное, ой, ну как, больше, наверное, спин... так, ой, как вот. Оно хорошо, оно по центру спины, гварцетели. Вот здесь плюс-минус. Обалденная вещь, ребята, я такую никогда в жизни не видел. А ну еще какую-то насадку попробуем. Вот эту хочу, вот. А это куда? Это для челюсти сейчас я буду. Нет, даже сними меня, давай, давай. Сам Белл, не куда играйте. Нажимать? Это на круг, для челюсти. Круг? Куда нажимать? Плюс-минус там есть. Ой! Сломай давай, не, да, не. Ты можешь сломать. Запхай его добре. Его ж, наверное, надо просто вставить вот. И повернуть. И... Это не для шеи. Ну, смотри, как хорошо тут. Ну да, такая цікава штука. Дивиться, тут еще сколько есть. Такий, така насадка, вот така кругла насадка. Ой, класна насад... вещь, ребятки. Тут, напевно, в інструкції все написано, намальовано, що для чого, скільки насадок. Обалденна вещь. Да, бачите, тут написано все. Вот это крутая вещь, это у тебя загребут с руками и ногами, я тебе сразу говорю. Это крутейшая вещь. А как ее выключить? На минус, да. И вот тут внизу off. А, о. Да. В использовании просто есть зарядка. Только посмотрите там, какой переходничок купить. Давай я складу их назад, держи, чтобы все было аккуратно. Вот, бачишь, я тебе яку выбрав. Такого еще не было.
Папочка. Сразу довольный, хороший, да. Томасик, Томасик, зайчик, такая красота. Ой. Еще богато насадок. Нет, это вещь стоящая. Так она и стоит, дай боже, такая вещь. Массажер такой. Да, упакована. И... Потом подивимся цену, сколько он стоит. Я думаю, у нас тоже, напевно, есть, какие массажеры продаются. Комусь может и пригодиться. Да. Дальше. Вот эту давай. Так, аккуратно. Открывай. Это какая-то хрень. Это железяка какая-то. Так, наверное, это... Боже, шок. Что это за станция? Это лампа. А-а-а, вот це, она. Угу. Це вуличная, напевно, лампа. Да. Так, тут є блок до неї. Вот. А сюда, напевно, вставляются вот они, лампочки. Вот они штуки, да. Жалко, что мы не можем, ребята, ничего включить. Ух ты, какие лампочки, дивись. Подивись, какие лампочки. Ты таке бачиш? Видишь, 110 вольт, 60 герц. Вот, 110 вольт тут. Ты таке бачиш? Ух ты. Вот так, да-да-да. Угу. И все, их 4 штуки тут. Угу. Ну тут смотрите, вот надо читать, вот что всегда, когда включаете в розетку, надо читать вот относительно нашего. Вот это 110 вольт. Ну, в любом случае, треба дивиться, для чего это. Да, и как ним пользоваться. Собираете штуки. Кто знает, напишите, может кому-то пригодится. Томасик. Тоже такого я не видел еще. Первый раз. Мне кажется, вот это что-то интересное. Давай, не будем спешить. Мышка, тоже мышка у тебя там. Тридцать моделей или что? Давай, сюда его. Потом треба буде подивитися, для чого воно. Ти хотів мишку? Вот ще одна мишка. Вот мишка, да. Тільки ця мишка вже проста, це не така, як сандала була геймерська, це звичайна мишка. Тоже вона тут на пальчикових батарейках, тут вкладається пальчикова батарейка. Це USB-шний порт, який йде до комп'ютера. Вкривається і працює. Інструкція, угу. Все, червоного кольору. Красива така. Перчатка, рукавиця. А, тут дві рукавицьки. Такий, це, напевно, теж дитячий. Бачиш, на лижах кататися. Угу, такий розмір там немає внутрі. Подивимося, тут, напевно, немає. Не сенсорний, звичайно. Ні-ні-ні, вони теплі, утеплені, бачиш. Угу. На флісці всередині. В пакетику такому. Тут бензин, не написано. Це хороша така, як спортивна, да? 6-12 написано. 6-12. Кстати, вот эти носки, которые у тебя есть, я хочу показать. Это крутые носки, водонепроницаемые. Я мне скинули видео, Самуил говорит, смотри, что у тебя там за носки. Это носки, в которые наливаешь воду, и они будут держать, вот не будет вытекать вода. То есть для тех, кто на улице вот работает, это вообще крутая вещь. Если бы они трохи больше были, я бы себе на рыбалку ездил. Они растягиваются, ты их мерил? Ну, вот возьми день. У меня нога. Возьми день. Просто для прикола. Да, ну я не можу, то, что по-перше, вони даже тут не розтягують. Попробуй. Ні-ні-ні. Ну, попробуй. Ну, на 41-й йде, я одягаю. Да, ну, у мене 43-й. Ну, куди? На що я буду? П'ятка ж не в'їдена? Ну. Ні. Ні, да? Ну, конечно, зачем я буду рвати? А, ну, не надо. У мене розмір величий. Ну, на 41-й, 40-й йде. Томасик, це хороший. Годинник. Бляха. Unbrand Head Rate. Це такий, який контролює рівень, пульс. Вот okay. Это спортивный, да? А. Блин, я себе такой хотел. Кросс. О, бачиш? Ух ты. Два цих, дивіться тут. Це, напевно, передає все на телефон. Два ремінця отаких вот таких. А ну, открой его, ну, эти закривається. USB-порт, інструкція і зарядка. Вот, це сюди одівається. Тут щитується датчик. Ну, бачиш, тут немає екрана. Я так поняв, що він мені передається... Мені кажеться, є, тут кнопочка світиться. Це не екран. Це не... Він передається на телефон. Тобто, напевно, є якась програма в телефоні, яку треба скачувати, і на телефоні показують всі твої показники.
Понял? Какая фирма? Коспо называется. Так, тут есть инструкция, тут 100% треба скачувати програму, та, яка показує потім всі твої. Ну, у тебя хорошая посылка. Смотри, мышка, перчатки, массажер, лампа, вот, вот этот, часы. Ну, хоть цей раз щось попалося добре. Закриваю назад. Давай, я закрою. Я вже закрою. Так, есть. Дальше що? Таке вже було? Нет. Нет, похоже. Нет. Похоже. Это что-то типа вешалки какой-то для чего-то. Это не сушалка, да. Не знаю. Тут тоже, наверное, треба сбирать. Достань. Две части. Инструкции никакой нету, да? А ну раскрывай. О. Лестница. Теперь вот это. Подумай, куда. Ну, наверное, вот так. Да нет. Ну, ну так, це як полочка, от дивись, одна кріпиться до стінки полка, а друга, напевно, отак. І ця також кріпиться до стінки. Ні, дивись, оця кріпиться до стінки, напевно. А ну брось, брось, а як же вона кріпиться? Ну, як вона? Ну, в общем, це куда-то, на, куда-то для чого-то, да? Хто знає напишити, да, що це таке? Та це можна навести, вон камера, і воно одразу видно. Подивимося потім. Да, потім посмотрим. Я можу взяти свій телефон зараз. Подожди. Я візьму свій телефон, і я можу наводити. І одразу можна навіть смотрити. Ну, давай. От смотри, зараз розкажу. Держи поки телефон свій. Так. Томасик, тобі нема нічого. Нема нічого. Ти хотів так. Я і так хочу, щоб мені хоч щось попало з Амазону. Нічого не попадається, так? Томасик, ну. Так ось очка, ти зараз підеш з коробки, якщо ти будеш таке робити. Не буде. Тебе вижену з коробки. Не буде, він любить кусатися. Дівчина мені не та саме довго думає, сяде, ні. Ну, потім тоді подивимося, що таке. Люди ж подивляться відео. Будуть знати, що це. По-дурацьки, у мене там на тонкій телефоні. Косючка мала. Косючка мала. Ти мене хотів посадити за те, що ти погано? Да? Тут у меня сразу, смотри. Поиск набираешь. Пробуй. Что это такое ищешь? Что это оно ищет? Ой, что там написано? Кухонная сантехсушилка для кухонной мойки. А-а-а. Понял? Все, я понял. Это, напевно, в середину в мойку пхаешь. Для кухонной мойки. Угу. Нет, это в середине в мойке, наверное. Да нет. Вот, дивись, как они стоят. Ну, в общем, это что-то с кухней связано. Ну так, кто там на экране? Я хочу вот это посмотреть. Кого? Вот часы. А что это у тебя за программа? Так треба тебе такую тоже скачать. Так это не программа, это в телефоне. А, да? В гугле. Вот часы сразу тебе, вот они. О, точно вони. Да. А ну сколько вони коштують? Яндекс.ру у меня не откроется. Ну вот нижче подивися. Вот это? Алиэкспресс можешь подивиться. Ру тоже, у меня не открывается ру. Вот это может ком откроется, вот, ком. Перейти. Треба себе подивиться, как это делать. $49. $50? Блях, они $49.90. Андермон, вот оно. А, да, это вот они. Твои. Да, точно, смотри. Да, это они. А, блядь, вот это выскочило. Ну да, Самвел, я потом сяду, это подивлюсь. Да, это они, вот она, фирма, смотри. Один в один. HV807, так. Arnbrun, Heorg, Rate Monitor. 1800 гривень. 1800 гривень. Прекрасно. Можно за 1300 отдать.
1200, кто хочет забирать. Так, вот это давай найдем сразу. Вот интересно. Так. Это просто в гугле, вот тут. Вот так вот наводишь. Поиск. У меня такого, наверное, нема на iPhone. Да есть. Смотри, массажер. Так, Ру-Ру-Уа. Вот вибрационный ли массажер. Вот он стоит 320. 3000 грн. Да я говорил, что я сразу подумал, 1200. Смотри, вот он, да, 320. В коробке все, да? Да, 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 да. Угу. Вот. Массажа, да, вот, да. Гун, да, гун, вот он, 320, вот. Вы там смеялись, все работает. Бренд, да, это он есть. Хот-дог, правильно. Хот-дог. Хочешь мишку глянем? А, вот это хочешь посмотреть? Мишка, я не думаю, что мишка. Це что было? А, нет, це не, це якась штука, лампа, чи що. Ти хочеш на коробку навести? Ну, да. Это лампа. Тут її нема, бачиш? Це надо окремо шукати, дивись. Да, це надо її розібрати. Ну, тримай, не треба, потім подивимось. Так, ну от, видиш, от такі віщі. Друзья, давайте с вами договоримся. Я вам сейчас показываю один топовый лайфхак, а вы ставите мне под этим видео куча лайков. Договорились? Тогда смотрите. Есть одна топовая фишка, как $10 можно превратить в $100 буквально за 5 минут. Вот подсказка, кликайте на нее, и уже через 5 минут вы заработаете свою сотку. Ну а если мы наберем с вами 100 тысяч лайков, я постоянно буду показывать вам какие-то подобные лайфхаки. Поехали! Дань, Тома, я клик. Обнял посылку, значит, это хорошая штука. Ну, давай, давай. Томасик, Ковальчук. Ты доставай, а его вытягивай. Мы достали, все высыпали. Шо это, блядь? Да, Томас, на хорошем ты не сидишь. На хорошем ты не сидишь. Шо это, ребята? Да ни хера себе! Это фонарики дневного света. Класс. Бляха-муха. Это які крепляться, наверное, на стенку? Да хоть куда ты их крепи, они будут светить. Да. Вот возле дома ты дневное батарейки заряжается. Вот это, получается, от солнца она заряжается. А ну держи ее, сейчас я на нее наведу и вот светит эту штуку. А вот, вот так вот. И светит. Поиск. Юбиля есть, их 4 штуки тут в коробке. Да, тільки я не розумію, як вони вішаються отак, чи отак до стінки. Напевно, отак. Так, отак. Чотири штуки. Та вони до хрена теж стоять от ці. Скільки коштує? Ну, прям такі, хоч я не вижу, прям, ну, от наподобие є там якісь. Ну, вони різні бувають. Тобі треба отак її сфотографувати, отак сфотографувати. Ну, зараз. Нет, вот так сверху. Ну, наклони, да, вот так вот. О, вот она. Вот она сразу. Перейти. Glastic.com. Угу. Сколько стоит, я не знаю. Ну, короче, какая-то батарейка. А потом найдешь, что да, надо будет. Да, вот она вообще, ее много тут. Да, тут вот все. Они, да. Тут все есть в комплекте. Цена непонятна. Вот она так вот крепится кому-то, да. Смотри, сколько их. 4 штуки. То все для них крепления есть. Да, все есть. И дюбеля тоже. Тут есть вон сайт, можно подивиться. Вон, бачите, вон есть сайт. Да, Винчик. Тоже хорошие штучки. И на сайте можно подивиться, сколько они коштуют. Ну, то ты жаловался, что плохие посылки сам выбирать. Да, раз хорошая, мне. Бачишь, там... эта считалочка никогда не проигрывает. Открывай. Это что такое? Не знаю, открывай, сейчас глянем. Это что-то писать. Это не эта штука, чтобы книжку электронную читать. А, знаєш, таке раніше було, що діти малювали. Це така ручка. Так, дивись, це така ручка. Лянь, клас, ручку доставай. Ти береш цю ручку
І ти можеш на ньому малювати. Отут включаєш. Воно. Тільки я не знаю, як воно, наверное, на якісь батарейки тут. Мафі. Ага, вот. Включить. Вот. Все, і вона вже рисує. Та ні. Да, вон. Та ні, це не рисує. Ну як, я, як не, як рисує. Слава, воно повинно малювати кольорами різними. Рази бутон написано. Та ні. Нет, оно вот так должно стоять. Вот так включаешь. Это удалить мусор. Она уже не заряжена. Тут надо разобраться, как оно робит. Это закрыто, это открыто. Нет, вот так. Это мусор делает. Ну не знаю, тут оно как-то слабо пишет. То ли оно не заряжено, или оно не заряжает. Что это малыфи? Это закрыто, это открыто. Может, кто-то напишет, как это користуватися цей штукой? Может, тут что-то есть? Та ні. Ладно, потім розберемося. Ну, пишет что-то. Таке раніше. Може, оно в темноте пишет, ні? Та ні. Ні. А що там нарисовано? А там заклеєно. Не видно. Знаєте, ось здесь. Там стоїть стікер. Не видно. Так, это что? Вот такой вот набір. Бачиш, це для, для дрельки. Ага. Тут вставляється насадка спеціальна, і тут, мабуть, можна щось чистити. Я не знаю, може плитку чистити, чи швиниш плиткою, поняв? Тут спеціально для тих людей, хто от, розуміється, він бачить. Угу. Powers Scrap Cleaning. А, для уборки така. Так, жорсткі. Да, йоршик такой. І де он насадка для дрельки. Угу, угу. А переходник, да, вот туда оно вставляется. Вот в эту штучку. Вот в эту вставляется, а да. Это в дрельку уже. Вот. Угу. Да, прикольно, кто чем занимается. Где-то да. Очистить какую-то стенку такую, знаешь. Так, вот это что. А, ти знаєш що, це набір на цих на волочок на подушку, я думаю, так. Да. Ой, шикарно. І їх причому тут багато. Ой, шикарно. Ну. Ти що? Ой, шикарно, ні. Ой, які красиві. Ой, які красиві. Ой, каких много, ой, как хорошо, глянь, какие тоже классные. На молнии. На 50, да? А, ну сейчас я размер померю, подожди. Да, на молнии. Сейчас мы померяем. Я так я люблю. Не, все-таки посылки разбирать я люблю, ребята. Что хочется? Давай я померю. На. Вот эту приставь и сюда веди. Наверное, полтинник. 45. 45 на 45 получается, да. А ну вот эту померь, да, тоже так. Смотри, какая это крутая. Все одинакові все одно, що це теж 45. Чим, ребята, кому надо, да, 45 на 45. 45. Вони одинакові, бо вони в одній пакці. Смотрите, дві такі. Ось, може, знаєш, є такий коричневий диван. Ой, ти що, це дуже красиво. Три. Ти що, тут кожна, блін, по 300 гривень стоїть. Потім, дивіться, є отака ще полосата з такою штукою. З таким ставками. Ой, дуже красиво. З другої сторони. Угу. Скільки їх штук? Єлиночка, ну, 5. Раз, больше. 2, 3, 4. Шість. Шість таких. Капець, ребята. На, ну, бачиш, як я тобі знайшов посилку. Да, це гарно. Добре, ти жалувався. То я тобі плохе іщу. Це я так поняв лопата. Нет. А, це насадка на оцю штуку, що це на венчик. Муку для... мішає, у кого є комбайн, да. Да, да. Тільки, звісно, це під який комбайн. Оно, по-моєму, стандартне насадка. Так, окей, чинает. Знаєш, от таке, як кенбу. Покажи, от. Може бути, тут написано що-то. Ні, вставляєш, і от це тесто мішає. Знаєш, тесто замішуєш, угу. Крема взбиваєш, різні. Фо, а не 5,5. От розмір є. Фо для... Міксер стан, міксер боулс. От такой, якщо у кого-то міксер є. І от такой роз'єм. Пишіть Колі в інсту. Так. Класно. О, дивись. Это накидка це именно на кресло. Вот она тоже с ушами такими вот. У тебе вже така було. Так? Да. У меня на диван такая вот, а это на кресло. Ты, напевно, такого же кольору. Не, у меня была светлая. А, чорна.
черного. Да, вот такой у меня был материал такой же. Ну, вот не разматывая ее всю, мы ее не сложим. В общем, ребята, кресло, да. Она размер, смотрите, что тут происходит. Тут кресло вот такое. Вот. И на кресло вы застилаете, и ушки перекидываете вот сюда на бордюрчики. Видите? Да, вот тут специально. По бокам тоже есть. Ну, мы потом поміряємо. Кому треба буде, то ми поміряємо, яка вона є. Порозно. Угу. Нет, туда. Посмотри, ще не конец, да? Чорного кольору. Потом оце, я думаю, що це, напевно, подушка. Не знаю. На ту наволочку? Маленькі подушки. Ага, маленькі. Ну, вони, мабуть, 30 на 30, ребятки. Дві, напевно. Размер не пойму, конечно. Полиэстер. Ну, маленький размер. Это две подушки. Ну, две подушки на что-то кого-то есть. Да, наволочки. Да. Такие вот чистые, били подушки. Угу. Хотим вот такие штуки. Это что такое? Такие кисти. Это резинки. Это резиночки, по-моему, на вот это деньги, да, на что это? Я даже не знаю. И вот такая штука. ЛМП. Остальная. Остальная деталь. Массажер 3,5 штуки. Такой дорогой. Да, это просто резинки, понял? Вот, смотри. Это или для волос, или для что? Это типа венгерки. А, маленькие. Угу. Ну, для денег они будут. Нет, маленькие. Они маленькие, узкие. Для чего они, я не знаю, честно говоря. Так, ну что. Потом, что неплохо, еще? Смотри. Коробочка. Тут все стукало. Либо лампочка, либо знову фонарики. Вы бачу, что світло намальовано. Напевно, лампочки якісь. Угу. Дивись, вот такие коробочки. Показуй. Це знову лампочки, такі, як в тебе. Ой, були. Ой, клас. Тільки, напевно, трошки другі, бо вони чорні, бачу. І теж такі, о, дивись. Бляха-муха. Так. Ух ты. Ой, как красиво. Надо... Да, она и вниз светит, и вниз, и вверх светит. С двух сторон, да. Смотрите, какая классная ЛМП, вот такая фирма. Тут не треба ее подключать, вот бачите, ничего нажимать, она сразу вот провода. Ну, да, я на нее наведу. Крепится сюда. Я тебе сразу скажу, сколько она стоит. Две их такие лампочки. Тут подкручивается в каком-нибудь до будинку. Поиск, держи. Эко-дабл написано. Да, есть. Тут еще детали в середине есть. 935 гривен. Вот. Одна лампочка. Ну, да. Купить в Украине подробнее. Вот они. Сейчас проверим другу. Да, не туда. Побита. Друга тоже вот тут в коробочке. Вот. Вот они, смотри, 1186 продают. Это, если брать, то треба брать две. Ну, конечно. Булочный, другой такой же самый. Пытаемся, чтобы... Обалдеть. Вот да, тут. Тоже такой. И вот тут тоже, ничего не разбито. Класс. Вот посылка. Гарно. Ну, вот тебе посылка шикарная. Смеялись там сильно, говорили, что ой, барахло захламили, а у меня уже ничего не осталось. Ну нічого, якраз зараз це попродаєш. Ну це ти продавай. Ну смотри, скільки наволочки, лампи, на кресло, подушечки, от ці світильники, от цей масажер буде летіти, от це все заберуть. І часи, і мишка, і перчатки. Цей раз не було ні купальників. Да, ні купальників, ні херна. Це лампа ота, да? Ну хороше. От ці носки не промокаючі, значить на 41 розмір. Это просто обалденно. Просто обалденно. Они плотные. 40-41 подойдет. Все хорошо, вечера всем. Друзья, кто досмотрел до этой секунды, я приготовил для вас подарок. Кликайте на это видео. Это мой подгон для вас. Нажимайте и смотрите. Кликайте прямо вот сюда. И вы точно не пожалеете. Пока-пока.